Вот я в номере. Хочу сделать небольшой обзор номера, как я его вот застала, как только приехала. Здесь, видно, уже поселилась сегодня женщина. Она, наверное, вперед меня. Такая кроватка у нее. Стульчики. Телевизор. Журнальный столик. Есть у нас холодильник. Вазочка, два стакана. Это будет, наверное, по-видимому, это будет моя кроватка. Мою санаторно-курортную книжку, которую мне выписали. Полотенечко вот два. Розовые. Довольно-таки чистые. Вот постелька. Подушечка очень симпатичная. Вот это стоит. Санаторий Нижневецкая вышивка. Постельку надо заправить. Вот такой номер. Лоджия. Попробуем выйти. Да. Открывается лоджия, выход. Вот какая большая лоджия. Вот такой видок. Вид. Утро раннее. Сейчас еще только 9 часов. На территории санатория несколько корпусов. Вот я, мой номер находится в самом главном корпусе, а столовые надо выйти на улицу и куда-то искать. Но это потом я вам покажу. Вот так выглядит номер санатория Нижневецкого. Холодильничек работающий, кстати. Вот я. Всем привет. Привет. Так, а здесь у нас шкаф для одежды. Темно, не видно. И санузел. Вот. Санузел. Унитаз. А душевой кабины нет, а тут вот такая вот душ. Странно. Обшарпано. Вот. С принадлежностей туалетная бумага и кусочек мыла. Вот так. Запах сырости стоит. Так. Здесь тумбочка. На полу палас. Ничего, думаю. А, сказали в приемном, где мне оформляли, женщина молодая, тоже просила, чтобы моего возраста как бы дали ей соседку. Ну, посмотрим. Я ее еще не видела. Она, возможно, пошла уже в столовую. И встретимся. Если она будет не против, я вас познакомлю. Сама с ней познакомлюсь и вас познакомлю. Ну а пока все, пойду в столовую, найду столовую. Моя столовая. Завтрак. Творожная запеканочка. Нежная-нежная. Со сметанкой. Кусочек маслица, кусочек сыра. Сейчас чай будет. И еще сказали, сейчас греют второй для меня. Покажу, что на второй будет. Запеканочка очень вкусная. Вот, принесли мне второе горячее. Это мой бутербродик. Я намазала. Кашка пшенная и кусочек рыбки красненькой.
кружке. В кружечке налили шиповник, вот в таком чайничке, чайничек, шиповник. Кушаю одна, потому что все уже покушали, а я вот запоздала, пока была вот на приеме у доктора, пока оформление прошло. Ну вот, сейчас меня покормили, большое спасибо. Теперь до обеда. Вот памятник Гаджиевский, в честь которого назван вот этот санаторий. Солнышко отсвечивает, сейчас вот так покажу. О, вот так вот лучше его видно. О, Гаджиевский. Так, родился Таврической губернии, активный участник борьбы за советскую власть на Северном Кавказе. Работал в типографии в городах Темрюке и Ростове-на-Дону, где включился в революционное движение. А в 14 году был арестован и направлен на фронт. Григорий Григорьевич Гаджиевский. Родился в 1897 году, а в 19-м его не стало. Вот. Вот смотрите, сегодня 30 октября. Здесь солнечно. Солнышко. Вот. Такая красивая аллея. Здесь еще какой-то памятник стоит. Сейчас посмотрим, что тут. Какой-то похоже на всадника какого-то. Розы цветут еще. Здесь, походу, должна была быть водичка литься. Это, наверное, типа фонтана, что-то такое сооружение. Вот. Интересная композиция такая. Вот поближе ее, если показать. Всадник копьем протыкает ягуану, похоже. Да. Вот. Маленькая собачка. Собачка спит с скамеечкой. Очень хорошо здесь можно посидеть. Есть где погулять. Вот еще герань цветет. Розы цветут. Розы, розы, герань, цветочки. Прям солнечная погода, тепло. Так, тут на территории находится несколько корпусов. Туи какие пушистики. Несколько корпусов. Санаторий большой. Вот там корпус. Вот корпус 2. Там середочки, где пальчиком показываю. Вот это вот основной корпус, где я живу. Вот, 6-й корпус. Здесь написано кинозал. Даже есть ванное отделение. И вот это вот тоже. Это 8-й корпус. Очень много корпусов. Большой такой санаторий. Так. Какая красивая клумба. Красиво оформлена. А вот это вот все в туях. Наш знаменитый орел, символ минеральных вод, источников. Только вот змеи у него нет. Так, санаторий имени Гаджиевского, город Ессентуки.
красивые туи. Вот хризантем. Здесь вот расположена детская площадка. Сейчас посмотрим, что тут есть. Можно, я не знаю, с детьми тут отдыхают или просто приходят с детьми отдыхать. Горка, всякие интересные фигурки. Грибочки. Серый зайка с хвостиком. Ой, а там верблюд, лисичка. Пойду верблюда поближе покажу. Вот он какой. Верблюд. Верблюд. Какой мордень у него. Вот он. Горбатенький. С горбом. Верблюд. Ой, там динозаврик. Динозавр. Еще. Ой. Все горки, горки. Медведь. Лиса. В каком красивом наряде. Юбка у нее какая. Жилеточка. Лисичка, сестричка. А это кто такой? Наверное, колобок. С чубчиком каким-то. Кто это? Лисинка Пеппа. С носом. А что у него? Изо рта, что у него язык, что ли, что это такое? Непонятно, кто это такой. Кто это? Может, дети знают? Я такого зверя не знаю. Такого сказочного героя. Так. Вот. И вот здесь где-то, вот в этом центральном корпусе, где-то тут мое окно выходит. Живу на 4-м этаже, номер. Ну, я вам показывала. Номер показывала. И пока хорошая погодка, надо гулять. Такая клумба красивая у нас.